натяжной с люстрами. А? Рассказывай. Ага, привет. Я это остановиться не могу, у меня планирование, короче, идет. Мы находимся на новом, большом, монолитном, пустом, грязном, недостроенном объекте. Я бог маркетинга просто. 6-й этаж, город Домодедово, текстильщиков 39. Вот такая у нас квартирка. Честно говоря, квартира по своей планировке шикарна. Это одна из вообще лучших планировок. Не то, что это квартира, а вообще это одна из лучших планировок, которую только можно представить. Это распашонка на 64 квадрата с двумя довольно большими балконами. Если вот этот балкон еще, он уже считается как бы довольно немаленький, то на кухне, сейчас покажу, то на кухне здесь еще целая, ну для многих это вообще целая кухня. Я знаю то, что есть люди, у которых кухня и 4, и 5 квадратов. Ольга, привет. Ну, короче, здесь довольно большая кухня, из нее что-то можно делать, как там рабочая зона и так далее. Мы не можем выносить этот оконный блок, хотя у меня руки чешутся это сделать. Вот. Но если квартиру в дальнейшем покупают образно там ипотечники, то это считается нарушением, и их могут обязать установить это обратно. Поэтому мы не можем это сделать. Так, конечно, в идеале ее присоединять. Хотя мы еще подумаем над этим. Точнее как, типа, если очень хочется, то все можно. Можно ее вынести. Главное, вот это нельзя разламывать и нельзя переносить батарею. И в случае, если тебя кто-то придет и захочет накорячить, ну там управляшка или там какая-то еще фигня, хотя они никогда не приходят, и сюда ставишь легкое остекление буквально там за 7-8 тысяч рублей, вот, посылаешь их нафиг, потом его опять снимаешь и выкидываешь, ну или там в шкаф убираешь. Здесь довольно просторная кухня, большая кухня, хорошая. Здесь будет обеденная зона, здесь угловая кухня, зона под холодильник. Хорошая прихожая. Я бы даже сказал, с перебором. Поскольку здесь квартира рассчитана на две точки подачи воды, на две мокрые зоны. Это идет на кухню, там идет, соответственно, на санузел. Здесь вот такой большой коридор, он удобный. В нем очень можно много всего хранить, можно что-то поставить. Можно вот здесь хранение организовать. Вот здесь шкафы люди организуют. Мы такие квартиры не первый раз делаем. Очень хотелось бы, чтобы вот эта дверь стояла прям на 20 сантиметров вот сюда. И вот этот проем тоже чуть-чуть сместить. И тогда вот здесь бы просто просился огромный шкаф-купе. Но, к сожалению, этого нету. Но ладно, это уже мелочи, я докапываюсь. Большие комнаты, реально большие комнаты. Также большой санузел. Не очень большая ванная, но как, ванну 180 на 160, в принципе, это нормальный размер. То есть 180-ю ванну по длине она в себе поместит. И вот такая большая комната. Мы здесь делаем бра, мы здесь делаем встроенные карнизы, мы здесь поклеим красивые обои, штукатурим, сделаем наливной пол. Да, здесь стяжку не надо делать, здесь у нас по старинке стояки отопления. И стяжка здесь не нужна, по полу здесь ничего не проходит. Ну и короче, сейчас работы пойдут, и мы вам покажем готовый объект. Погнали. Так, ну и, собственно, прошел у нас месяц, поэтому можете посмотреть на готовый ремонт, а мы перемещаемся дальше.